Сегодня мы расскажу о радиоле «Отдых». Кыштымский радиозавод. Интересная такая редкая радиола. Шкала радио. Звукосниматель с тонармом. Нужна иголка. Из этого вот такой звук. Съемная крышка верхняя, она же динамик. Здесь трещинки по всем углам. Так выглядит внутри. Шнур убирается, сматывается и закрепляется вот сюда. Звукосниматель. 33, 45, 78 оборотов. Есть автостоп даже. Включается клавишей. Сейчас посмотрим радио. У нас в регионе волн нету длинных, поэтому ловим только так. Вот, как бы что-то поймал волну. Звук, тембр. Здесь установлен трансформатор на 9 вольт. На самом деле тут должен быть отсек для батареек. Его, к сожалению, не было. Крышка в комплекте. Сам корпус сделан из фанеры. Обтянут дермантином. Состояние корпуса. Нет ручки родной. И нет таких до шарнира для крепления. Где заходят они, вот эти. Как они называются, я не знаю. Остались только вот эта версия. Ну, пожалуй, все.